Ребяточки, мой лук сегодня. Черное платье, приличной длины, как я и сама, приличная женщина. Приличная женщина в возрасте, но повидавшая виды. О, что у нас? Каблучок, платьишко. Девочки, мальчики, иду на концерт. Какой концерт? Сейчас расскажу. Как заявлено, значит, по воскресеньям выступают русские певцы какие-то. Женщина с мужчиной. Принародилась. Красивая. Красивая и смелая. Пойду посмотрю, послушаю, что дают. Что, какие концерты. Что за освещение? Я еще чуть-чуть тон нанесла. У меня лицо красное, я сгорела. Короче, по воскресеньям у них концерты. Ну вот посмотрим, что у них, какие концерты, чем нас удивят. Идемте вместе. Что-то я замешкалась. Ой, камера осветляет, ребята. Гляньте, парковка вообще полупустая. Здесь полупустая. Вечер. В камеру вообще не тот вид. Не тот. Так красиво. Такое уже, знаете, сумерки. Ну, идемте. Идемте, мои хорошие. Что там? Все выключено. О, забыла попарфюмиться. Забыла попарфюмиться. Крылья почистила, попарфюмиться забыла. Девочки, это у меня уже вторая бутылка Маркс Джейкобс. Это я сотку уже взяла. Я просто тащусь от него. Я от него просто тащусь. Все, идемте. Я обожаю этот парфюм. Мне вот прям не то слово. Так, шо мне? Все. Пошли. Оказывается, уже 12, уже 15 минут 9. Уже 15 минут 9. Какая технология? Вот это красное, это нажало мне не убирать. Добрый вечер. Спевают. Это русскоязычные. Ой, там так громко. Сильно громко. Слушайте, я думала куда-то идти надо, я уже пришла. Да давайте что-то российское мне. Украинское. Гляньте, как красиво вечером. А это на ужинные люди. Я уже поужинала. А я в кафешке поужинала. Ой, какая красота. С подсветочкой. Морюш. Ой, короче. А здесь, смотрите, еще какие есть у них. Это я только увидела. Классно. А смотрите, к пляжам закрыт вы... А, нет, то с другой стороны закрыт. Это там закрыт выход из ресторана. Открыто, открыто, можно ходить. Да нафига пляж ночью? Но когда компания, то пару бутылочек хороших, чего-нибудь горячительного, то можно и ночью поплавать в море. Why not? Так. Песня не самая моя любимая, скажем так. В этом отеле, наверное, процентов 85 русских. Только русская речь. Короче, надо ехать куда-то. А куда ехать? Сейчас на Кипре до 10 закрыты все дискотеки. С 10 июня открываются дискотеки, ночные клубы. А сейчас только то, что в отеле. Другого нету.